Яна Рудковская и Евгений Плющенко отправились на Мальдивы, чтобы совместить работу и отдых. На райский остров они приехали с сыном Александром и съемочной командой специального номера InStyle Kids, которая готовила обложку нового выпуска. Ее героями станут 4-летний сын Яна и Евгения и 11-летняя Кристина Пименова. «Добрые, позитивные и невероятно милые», – написала Яна о юных моделях в Instagram. Самая красивая девочка в мире позировала фотографу рядом с Сашей Плющенко на фоне пляжа океана и местных пейзажей. Свободное от съемок время дети и взрослые плавали с масками, занимались серфингом, отдыхали у бассейна и на пляже. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новостей.